говорят, перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. И вот состав хозяев. Тренер решил использовать классическую схему 4-4-2, но самое главное... Карлос Бакка! Фантастика! Гол со второго этажа. Отличная атака, отличный гол. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. А казалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Неплохо задумано. Бастиан Швайнштайгер. Гарсия Сарате. Буатен. Великолепное исполнение паса. Бастиан Швайнштайгер. Эшли Коул. Мяч перешел к другой команде. Атака продолжится через фланг. Оскар. Швайнштайн. Неплохой заброс вперед. Кейсуки Хонда. Менес. Гарсия Сарат. Фалькао! Опасно! Штанга! Балотелли. Оскар. Подача. Там есть Фалькао. Опасно! Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Будет угловой. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Спасает вратарь. Мяч у него. Удар. Вратарь в прыжке тащит. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Пока неплохо. Муса Дембеле. Кейсуки Хонда. Балотелли. Тут просто подарили мяч сопернику. Дембеле. Гарсия Сарат. Оскар! Удар точно в руки вратаря. Карлос Бакка. Перекладина! Опасно как! Удар не тот. Точный, мимо. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Гарсия Сарат. Менес. Тео Уолкот. Прекрасная передача. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Дембеле.
И тут может быть опасный момент. Мяч летит в сторону ворот. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Фалькао. Дембеле. Менес. Муса Дембеле. Вальдес Арибас. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Жереми Менес. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Марио Балотелли. Гарсия Сара. Хорошая передача. Джакомо Бонавентура. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Карлос Бакка. Ушел мяч. Аут. Фалькао. Отличный сейв вратаря. Уолкотт. Удар. Это удар прямо во вратаря. По количеству ударов они соперников превзошли. А вот подали меньше. Меньше, поэтому и проигрывают. Жереми Менес. Защитник перехватил передачу. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. И свисток останавливает игру, офсайд фиксирует линейный арбитр. Эта замена призвана в том числе немного потянуть время. Время сейчас работает на них. Отличный прием, так держать. Уолкотт. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Аарон Леннон. Гол. И все начинается сначала. Вот такие люди сидят на замене. Вышел и забил. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. После ответного мяча у нас 1-1. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Дембеле. Опасно как! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Бьет он головой. Выносит с ленточки.
Это угловой, который еще иногда называют ужасным английским словом корнер. Решил пробить. Смазали момент. Хорошо разыграли, но не хватило точности в заключительной стадии. Очевидно ведь, что игроки находятся в очень хорошей форме, но никто из них, к сожалению, не может нанести акцентированный удар по воротам. Джакомо Бонавентура. Тео Уолкот. Он накручивает соперников от Муса Дембеле. Ну, возможно, здесь у него мяч просто свалился с ноги, поэтому такой неточный удар получился. Да, я думаю, болельщикам этот удар запомнится надолго. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Дембеле. Какой удар! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Эшли Коул. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Финальный свисток. Арбитров фиксирует ничейный результат. По одному мячу забили сегодня команды. Ничья.